Я никогда себя не чувствовал, особенно после этого видео, таким каким-то популярным или еще не знаю. Ну, да, типа приятно, люди узнают некоторые, типа, о, смотри, типа, он в Орел и Решке снимался, но. О, давай сюда. Здравствуйте. Вас приветствует компания Reflame. Некоторые люди, правда, стояли, ждали, типа, пока выйдет новое видео, так посмотрели, и такой, опа, они, оказывается, недалеко, и забрали бутылку. С Никитой сняли это видео, ну, грубо говоря, по приколу. И вот такое пошло. Чего? Походу, у нас проблемы! Текай! Чего? Мы планируем продолжать это, собственно, но думаю, не как с Орлом и Решкой. Я думаю, сделать можно еще. У нас есть много более крутых идей, намного лучше, чем, допустим, те же Орел и Решка. А еще я записалась на ногти. Понятно, сейчас сказал, что ноги. Да, нет, все нормально. Не надо.